ульяновцы теперь могут познакомиться с загадочным и прекрасным миром выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа. Выставка, предоставленная Государственным центральным театральным музеем имени Алексея Александровича Бахрушина, заняла почетное место в двух залах особняка симбирского архитектора Федора Осиповича Левчака, расположенного на территории музея-заповедника «Родина Ленина». И наши коллеги из Бахрушинского музея предложили нам тему балета. Сначала было некоторое сомнение, нам казалось, что тема эта достаточно узкая, может быть, как-то она не будет так широко, так открыто принята горожанами, как предыдущая тема. Но подумав немножечко, мы, удивились мудрости наших коллег, и эта экспозиция состоялась. В чем феномен Петипа? Почему французский танцовщик балета, случайно попавший в Россию, стал главным балетмейстером императорских театров и занимал этот пост 34 года? Как удалось Мариусу Петипа создать классический балетный репертуар, включающий в себя такие шедевры, как «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро»? На эти и другие вопросы поможет ответить выставка «Два века Петипа». Мы представляем здесь просто пару балетных туфель, балетной обуви. На самом деле у нас их огромное количество. Уникальность их заключается в том, что еще Алексей Александрович Бахрушин придумал такую вот традицию. Когда балерина дарила ему свои балетные туфельки, пуанты, он давал ей перо с тушью, и она писала дарственную надпись на этих балетных туфлях. И вот в этой вот витрине в соседней вы увидите дарственную надпись Бахрушину от Тамары Корсавиной, знаменитой русской балерины. Открытие выставки стало завершением декады «Театр в музее», которая включала интерактивные детские экскурсии, «Театр теней», квест для молодежи «Маскарад», экскурсионные сеансы по экспозиции «Театральная жизнь» Симбирска-Ульяновска и выставки «Борис Александров». Живым украшением вернисажа стали юные участники – коллектив «Крещендо» ДК «Руслан» и школа русского балета, а также воспитанники Бахрушинского кружка гимназии номер 30 города Ульяновска. Выставка, организованная в рамках года театра в России, будет работать до начала следующего года. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».